Гапки. Вроде как поклевка. Смотрите, какая у нас сегодня поляна. Юра, так лески нету. А, Юрка, огонь. Друзья, всем привет, всем здорово, всем доброе утро. С вами Руслан и канал Крутая Рыбалка. Друзья, всем доброе утро. Ну что, очередная рыбалочка в эфире. И я вам скажу, что она будет зимняя. К нам были, пришли плюсы. Ну, вы знаете, приехали на один водоем. Смотрите, сейчас, ну, еще не видно. Сейчас, короче, выйду, покажу. Короче, есть лед. Так что сегодня мы с Юрой и Рец. Привет. Мы вообще-то, если честно, думали поехать на спиннинг половить, да, щуку. Лодка в багажнике, спиннинги, ну. Да, взяли лодочку, все дела. Ну, вы знаете, взяли все-таки зимние снасти. Так как, сказать, моя первая зимняя рыбалка уже была. Кстати, кто не видел, ссылочку вам прикручу в верхнем правом углу. Посмотрите, как первый раз, или как первая моя рыбалка в жизни проходила. Довольно такая, сказать. Ну, короче, зайдите, посмотрите. Было интересно. И зимняя рыбалка мне понравилась. Так что, может, дай бог, подсажу Юру. Он уже жерлицы монтирует. Ну, короче, сегодня будем пробовать ловить щуку. Потому что понятно, что зимой еще можно ловить, правильно? Ну, понятно, там можно и карася, и окуня ловить. Ну, короче, будем щуку пробовать и окуня на безмотылку. Так что вот такие, друзья, планы на сегодняшнюю рыбалку. Ладно, мы собираемся. Вам приятного просмотра. Точите крючки и погнали. Ох, и дебри. Так, пока Юрец там крутит снасти, я пойду на разведку. Сегодня народа куча. Так, шоп по льду. Огонь. Ой, лед есть. Да. Нормальный. Так, народа сегодня. Смотрите, сколько. Все занято. Погодка какая. Ой. Это, конечно, не тот раз, который я ездил. В этот раз поинтересней. Тихо, спокойно. Но людей, правда, сегодня, конечно. Ну ничего, будем делать сегодня жесткую конкуренцию с Юрой. То солнышко вышло уже и потеплело. Так, друзья, отошли подальше от всех. Щука сегодня проклевывает. Поспрашивал. По пару поклевочек с утра все поймали. Так сказать, поимели. Так, и мы сейчас где-то в этой акватории будем. Поставим под камышиком. Поставим, думаю, посмотрим, какая глубина посередине. И будем пробовать. Сейчас Юрец потянется. Там жерлицы доматывают. Никто же не мог подумать, что так получится. Но слава богу, что взяли хоть снасти с собой темнее. Так, ладно. Делаем лунки. Лунки готовы. Приступаем. Сейчас почистим луночку. Сегодня погодка прям вообще огонь. Солнышко, все дела. Сейчас почистим. Так, ну что. Вот наши жерлицы. Сейчас быстренько собираем. И в бой. Оп. Жерлицы от профмонтаж. Огонь. Померяем глубину. Где-то взял я грузик. Вот такой вот грузик сейчас прицеплю, померяем дно. Мне подсказали, так правильный будет. Оп. Чикс. Так. Ну, вот тут нормально. Так, а ну что там?
Не. Сейчас. Надо, чтобы крючок на грузик. О, раз, два, три. Три оборота есть. Зафиксировали. Оп. Ну, больше метра. Пойдет. Хорошая глубина. Так, наши карасики. Какого взять? Вот такого. Красавчика. И сюда заверни плавничок. Оп, есть. Ну что, на рыбешку, на щучку. Оп. Первая жерлица пошла. Угу. Что я разрубал. Хоть не провалилась. Так. Флажочек. Оп. Все, друзья. Первая жерлица есть. Сейчас быстренько другие расставляем. Он юрец потихоньку принес свои. Вон там стоят. Сейчас пошел за другими. Людей сегодня, смотрите. Только нас не хватало. Надо. Конечно, надо. Ну что, юрец? Куда ты меня затянул? Куда? Откуда меня затянул? Вы не знаете? В багажнике лежит лодка. Все дела. Он меня затянул на лед. Юра, как тебе зимняя рыбалка еще? Пока никак. Пока никак? Она растяни. Жарко шо стало. Что это? Жарко стало. Это ж адреналин. Зимняя рыбалка. Сейчас, Юра, мне парочку осталось. Друзья, ну что, наконец-то расставили с Юриком. Смотрите, не знаю, видно вам, не видно. Короче, набомбили жерлиц, 8 штук пока есть. У нас там еще есть, конечно, парочку. Но мы их пока не знаем, может, позже поставим. Так, людей сегодня, я вам уже показывал. Видно вам, там хватает. Ну, клюет щучка, правда маленькая, но клюет. А мы пока будем пробовать. Я на безмотылку, Юрец сейчас на конус. Ну, короче. Будем пробовать окуня. Юрец будет на то, что дадут. Ну, Юрец, то, что есть, будем говорить, а что, конус нормальная тема. Нет, что, я могу сейчас силикон принести, блесна. Там. Силикон, блесна. Ну, в принципе, в теории можно. Лодку могу накачать. Ты можешь сидеть в лодке ловить, с лодки. Так что так, друзья, ждем клевого. Ребятки, вроде как поклевка. Или камыша. Может, оно само сбило. Ну. Есть. А, наверное, живчик сбил. Ну, бывает. Такой карасик не мелкий. Ладно. Сейчас пойду возьму грузик. Одно померяю. А я попробую на безмотылочку. Оп, видно. Попробуем, уже окунь будет. Юра на конус там пробует, а я на безмотылочку. Оп. Чунь. Да, снасть такая тоненькая-тоненькая, деликатная. Правда, окуня не сильно много есть, я так понял. Но он есть.
Золотая река, золотая. Юра, ну что там, клюет? Да. Пирожки сейчас салом будут клевать или сыром. Так что, по чайку? Да. Давай. Давай тут столик сделаем. Да, пожалуйста, ты выпьешь сначала. Ну да. Мы решили с Юрцом перекусить. Вот когда делать нечего. Да ну да. И спиннинг идти. А вон туда положили. Печенье, бананы. А у тебя ножик есть? Есть, но грязный. А что у тебя, чеснок там? Так. У меня пирожки. Хотя там сальцо. Сало, сыр. Так, давай. О, вот, у нас вообще будет пушка. А в этом, ага. Ой, друзья. Сейчас весом будем давать жизни. Сейчас порезал красиво. Я люблю, кстати, когда красиво. Жена порезала. А. Тогда Ане привет. Аня, спасибо за сало. А и тут что? А там яйца. Смотрите, какая у нас сегодня поляна. М? Да и на льду. Юрец, это же у нас сегодня дебют. Ну, давай загибай. Вернее, не у нас, а у тебя. Я уже был. Давай по 50 грамм чаю. Вообще на льду 50 грамм не чаю пьют. Ну, мы чаю будем. Опа-опа, пошел, пошел, глянь. Сейчас, подожди. Что там, поклевочка? Ага. А, да. Ну, не... Знаем, на каких местах. На хороших местах. Ну, сегодня не мы там. Ну давай, Ирис, про тебя с дебютом, да, за зимнюю рыбалку. Друзья, кто кушает, всем приятного аппетита. Ой, класс. Конечно, зимняя рыбалка по-своему огонь. Ну что, теперь налетай. Пирожки. Сальцо. Огонь. Так, кто там мужика клюет или не? Что-то тянет. Что-то тянет. Может, даже рыбу. Сейчас ведет. И у нас будет. Я думаю. Что они там все в кучку сбились? Да потому что странно. Понятно, что они там. Странно, блин. Лед проверяют, наверное, хрустит или нет. Ага. На жерлице. Да, жерлиц, конечно, стоит. Даже не сосчитаешь. Наверное, по десятку у каждого, если не больше. Там много. Щуки дают... больше 50 где-то, да? Да, щуки дают просраться тут зимой. Сегодня нам. Ну, это не, ну, не одно из многих мест, где есть лед еще. Хотя мы сегодня на лодке ехали. Или собирались поехать. Все, ладно, друзья, мы кушаем. До включения. Друзья, поклевочка. Сейчас посмотрим. Не мотает. Подождем. А ну. Не, никого. Карасевич. Целый.
Да что, лузги чуть-чуть не хватает. Они были пошарпаны. Да. Холостая, друзья. Что-то было и не стало. Ладно, с карасем заложим. Ирец, какая-то вторая непонятная поклевка. Растительно резвая. Да. А представь большого карася, если прицепить, он будет срывать постоянно. Может быть. Так. Раз, два, три. Два, три. Оп. И вот так у нас. Оп. Так, надо же теперь грузик снять. Юра, ты думаешь, с грузиком клевать же не будет, наверное? Боже. Беги. Чирк пошел. Есть. Это непонятно, наверное, ли караси, или забивает, может, маленькая щучка. Так, ладно. Надо там перенаживить. Все равно же этого нету под бурку. У меня легрит есть в рюкзаке. Да, куда ты легрит? А, подсака есть в машине. Да, да. Пробка тарповая, блядь. Ну что, ты думаешь, крутит там чи нет? А, я выйду. Смотрите, верца там он, загар. Юра, ты довольный? Да пошли быстрее глянем, хоть крутит чи нет. Не, я говорю, хоть пойдем. Ты смотри, там в лунку не нырни, я бы. Юра, так лески нету. А сколько ты наматывал? А ну потихоньку бери. Сопротивление подсекай вроде. Есть? Ничего себе. Давай. Ну может то. Да нет. Не-не, оно пошло, пошло. Давай, давай. Тихонько, постой. Кучу. Давай, давай. Ого, ну вымотало, слышишь? Да все вымотало. А как так быстро получается? Да, может, мы ж кушали, сидели и не смотрели. О. Давай, давай, не спеши. Правда, нет уж ничем. Есть, есть. Щупачок. Давай его. Ну, подожди. Заело. О, поздравляю, давай взять. Давай. А ты открылся по зимней рыбалке. А ну, ну такой карандашовый, ну все же. Слышишь, ну там в шахте. Там у нас есть. Огонь. То у нас, видишь, третья поклевочка уже. И вот под вечер я вальнул такую красавицу. Да, Юрка, огонь. Ты лучший на сегодняшний вечер. Все, Ирец, давай. Выпускаем эту малыху. Ирец этот лунку пробил был до этого. Давай, оп, погнал. Все четенько. Ирец. Да. Ирец открылся по зимней рыбалке. Поставим ему лайк. Так, это у нас уже две холостых. И видите, вот под вечер одна результативная. Ну, посмотрим. Сейчас вечер, может быть, еще что-то будет. Ладно, рыбачим дальше. Отпустим наших карасиков. Правильно, Ирец? Пускай плывут.
Давайте. Чикс. Будем вас ловить потом. Опа, погнали. Есть. Одна лузга вон в воде плавает. Или солнышко садится. Друзья, ну что, вот такая была рыбалочка у нас сегодня. Что, подведем с вами итоги? Да, для кого-то была первая. Да, для Юры первая, для меня вторая. Ну, короче, пару, у меня было пару холостых поклевочек, не знаю, что это было, или видно ли, может окунь, а может щука сбивает, может щука сегодня не крупная. Юрец в лидирующих позициях, да. Так что поставьте Юрцу лайк под видео. Не знаю, мне рыбалочка очень понравилась, у соседей неплохо, я вам скажу, то есть там посерьезней, одну четверочку поймали, там две двушки, ну то есть так, в принципе, сегодня людей много на водоеме, человек до 10 было, то есть у всех клевало. То есть рыбалка была. Так что так, на безмотылку что-то у меня не получается пока. Ну, буду пробовать. Ловить окуня, может, на мотыля надо. Так что так. Друзья, мы собираем свои жерлицы. Вам спасибо за просмотр. С вами был Юрец. Да, всем пока. Руслан, канал Крутая Рыбалка. И до новых встреч. Всем пока.